17 ноября Crown Agents посетили Узбекистан, чтобы принять участие в 24-м ежегодном пленарном заседании Совета по торговле и индустрии. Представительная делегация британского бизнеса была очень тепло встречена в Ташкенте. В рамках пленарного заседания Crown Agents представили свою работу в сфере здравоохранения. Нам также удалось пообщаться с представителями Министерства здравоохранения и других правительственных структур. Наш визит был нацелен на установление рабочих контактов с правительством, и мы очень надеемся на дальнейшее продолжение нашего сотрудничества с правительством Узбекистана.